Сегодня в области ЖТСУ чествовали всех, кто вносит свой вклад в развитие региона. Среди награжденных 30 человек, представители различных сфер. Гульнар Жантасова расскажет. Жамал Баймадиева полвека отдала сфере образования и почти 30 лет из своей жизни посвятил работе в Талдыкурганском детском доме «Айналайн». Сегодня известный учитель среди тех, кому вручили государственные награды. Это итог моей преданной работы, моей любви к детям, к своей профессии. Я думаю, это награда всего коллектива детского дома «Айналайн». Награды в канун праздника нашли и тех, кто трудится на благо народа в агросфере. А это животноводы, хлеборобы и земледельцы. В этом году в этой отрасли наблюдается значительный рост, отметил в своей поздравительной речи аким области Бейбит Исабаев. Много сделано и в строительстве. Ввели в строй новые школы, спортивные объекты и больницы. Только жилья с начала года в регионе сдано в эксплуатацию почти 200 тысяч квадратных метров. По итогам 9 месяцев экономика области показывает хорошие результаты. Теперь наша задача до конца года удержать эту положительную динамику. Кроме тех, кто получил госнаграды, и 10 ЖТСУСов отмечены высоким званием почетного гражданина области ЖТСУ. В их числе и талантливый хирург, доктор медицины Нурлан Арн. Я расцениваю это как признание и уважение моих земляков. Я думаю, что вот такое звание чрезвычайно огромная ответственность. Доступное жилье, качественные рабочие места, дороги, газификация и обеспечение населения водой, новыми современными школами и больницами. Эти цели останутся приоритетными задачами в развитии региона. Гульнар Жантасова, Олжас Байбусынов, Хабар 24, область ЖТСУ.